Картина «Весна» Сандро Боттичелли, 1482 год. Первым источником для Боттичелли являлся фрагмент из поэмы «Лукреция» о природе вещей. «Вот и весна, и Венера идет, и Венеры крылатый, вестник грядет впереди, и Зефиру во след, перед ними шествует Флора-мать, и цветы на путь рассыпая, красками все наполняет и запахом сладким. Ветры, богиня, бегут пред тобою, с твоим приближением тучи уходят с небес, земля-искусница, пышный, стелет цветочный ковер, улыбаются волны морские, и небосвода лазурь сияет разлившимся светом». Из него на картине появились Венера, Флора, Меркурий и Зефир. Следующие четыре персонажа Боттичелли взял согласно отрывку из поэмы Овидия «Фасты». Книга пятая, Флоралии. «Флорой зовусь я, а была я Хлоридой. Как-то весной на глаза я Зефиру попалась. Ушла я, он полетел за мной, был он сильнее меня. Все же насилие Зефир оправдал, меня сделав супругой. И на свой брачный союз я никогда не ропщу. Вечно я нежусь весной, весна — это лучшее время. В зелени все дерева, вся зеленеет земля. Сад плодовитый цветет на полях, мне в приданое данных. Сад мой украсил супруг прекрасным цветочным убором, так мне сказав: навсегда будь ты богиней цветов. Но перечесть все цвета на цветах, рассеянных всюду, я никогда не могла, нет и числа их числу. Следом хариты идут, венки и гирлянды сплетая, чтобы в небесные вить кудри и косы свои».